Я уверен, вы знаете GBS Family, Брэда Акермана, Брэнда Джеймса. Акерман катал за ОА, Джеймс долгое время откатал за Дистрикт. Дистрикт успели даже наделать про модельных деталей БЖ. И, например, палуба ДК-5 БЖ полюбилась многим. Сочетание удобства, прочности сделали свое дело. ДК-5 сейчас остается в наших сердцах. Джеймс и Акерман друзья чуть ли не с детства, и сейчас оба пришли в Addict. С появлением новых досок Addict, а спустя долгий перерыв в выпуске дек, они грамотно переработали деки, которые заинтересовали многих. Очень круто, что в их числе есть Брэд и Брэндом. Но сейчас я бы хотел поговорить о самокате Брэда, о его новой сборке, а именно сколько денег нужно, чтобы собрать такой же самокат, как у Брэда Акермана. Итак, давайте поговорим для начала о доске Addict. Это новая доска Blacksmith, которая стала 590 на 125 мм. Очень крутые размеры, теперь она стандартно весит 1,5 кг. Ничего нового, все как обычно. Далее заменили Flex тормоз и повысили цену. Ну, в общем-то, она стала лучше, поэтому повышение цены вполне резонно. Теперь она стоит 13 тысяч. Руль в центре, это можно понять по сужению основной трубы. Я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Цена у нас его составляет, ну, чуть менее 10 тысяч рублей. Не Америка все-таки. Габариты 70 на 61 и вес 1,3 килограмма. Он не такой уж и тяжелый, как меня предупреждали, что типа совсем тяжелый. Нет, это не так. Ложка Eagle Radix с ценой 5 тысяч рублей и поддержкой широких колес в принципе неплохая. Также Брэд воспользовался возможностью установки широких колес и поставил колеса Eagle шириной 30 мм. Комплект обходится примерно в 4000. Грипсы плохо видно, но вероятно всего это Addict. Ну, соответственно, было бы логично. А также шкурка Dog Scooter в переводе на российские рубли составляет ее цена 300 рублей. И комплект PEG, то есть два комплекта, 4 штуки, обойдутся примерно в 3000 рублей. Рулевая 1,5 и SKS Tilt Classic, в общем-то, все как обычно, ничего нового, 5000 рублей. Если я нигде не ошибся, нигде не напортачил, цена самоката Брэда составляет 42 700 рублей. На этом все, не забывайте ставить лайки, это очень помогает, это очень важно, очень мотивирует. По поводу всего услышанного в этом видео пишите свои комментарии, свое мнение, будто мнение о новых сборках, о новой доске Addict. Ну и все в этом духе, мне будет интересно почитать. Также не забывайте подписываться на мой канал. Тоже очень важно. Все, пока.